четко поставил на ближайшее время задачи. Мы обсудили с министром необходимость строительства современного корпуса инфекционной клинической областной больницы поликлиники номер 10. Пока это составляет около 10 миллиардов рублей. В начале борьбы с пандемией мы оперативно договорились с рядом крупных компаний о строительстве инфекционных отделений в области. Ковид показал, что можно строить очень быстро.